собираемся размораживать морозильник. Потому что он у нас плохо работает. Тимофей все время открывал туда, летом очень много за мороженым, короче, лазил. И там, в общем, корка льда у нас образовалась. Но неважно, не суть. Это я к чему? Если вы не знаете, как разморозить морозильник, а он у вас полный, то все достаточно просто. Я вот пользуюсь бабушкиным способом, ну, как бы еще с детства, да. Берете таз, в таз кладете, можете какие-то куртки, одеяло, в общем, это неважно. Мы возьмем Колькину куртку, Коламбия. Она ему уже не нужна, он из нее, в общем-то, уже вырос, она уже такая видавшая виды. Вот. В общем, надо положить что-то вот именно теплое, какие-то куртки, да, можно, даже шубу можно положить. И туда сложить все, что у вас лежит в морозилке. И вот так вот все укутать, закрыть. Можно прям сверху даже одеялом. Оно спокойно совершенно простоит в теплой вот в этой одежде какой-то определенный период времени. Ну, достаточно он долго простоит. То есть, как бы, ну, вот сейчас утро, ближе к вечеру морозильник разморозится. Все. Сейчас мы будем складывать все. У меня тут много всего. Я замариновала курицу, кальмары. Тут самое главное, тут кальмары. Даже если их... Ох, ох, смотрите, намерзла прям. Корка льда. Сейчас... Ой, Марат, иди! В общем, не могу. Смотрите, тут прям вот лед намерз, да? Намерз лед, и не могу достать нижнюю штуку. А эти сейчас помою все полочки. Моем, моем, моем. Сейчас положу остальное и сверху закрою. Вот видите, тут прям большая куча. Оно когда вместе кучей лежит в тазу друг с дружкой, то оно не разморозится. Но только главное укрыть чем-то теплым, чтобы там была одинаковая температура. Закрываю, укутываю. Молодец. Все прям вот так вот. А эта полка даже не достается у нас. Она там так намерзла. Ну, сейчас разморозится. Морозилка помыта, запущена. Все даже не разморозилось. Все в приличном состоянии. Смотрите, даже мороженица тоже в нормальном состоянии. Можно загружать обратно в морозильник. Все, все обратно загрузилось. Смотрите, курица не разморозилась. Кальмары вообще вот прям бум-бум-бум-бум. Черника тоже в том же состоянии. Все.